Si tu me contirais avant de bourrer, quand elle danse et qu'elle me sent car un jour tel, un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler, alors je sens un fait sourire sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert un code de prix, Notre-Dame? Quel est celui qui le jettera la première pierre? Celui-là ne méritait pas d'autre sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mon doigt dans le cheveu d'Esmeralda. Вот такими вот тихими или громкими аплодисментами мы начинаем наше гостевое включение, друзья, музыкально и творчески. Рада приветствовать я Анару Баранбаеву, Ирину Семерюк и Аллу Уралбаеву, которая, собственно, сейчас и порадовала нас своим вокалом. Девчонки у нас студентки педагогического колледжа. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро. Вижу бодрые, красивые, с хорошим настроением. Вы пришли нам рассказать о необычном конкурсе, да, традиционном, который проходит в вашем колледже. Называется он «Один в один». Как появилась идея его проведения? Как давно это произошло? Конкурс зародился еще с 2015 года. Тогда он был приурочен еще к Новому году, к празднованию. Но на данный момент это уже стал наш, как бы сказать, традиционный конкурс, который стал юбилейным. И у него есть свои обычаи, традиции. Хочу отметить, что в 2015 году победителем был Грайменко Александр Николаевич, он был в роли Юрия Шатунова. В 2016 году у нас была победитель Верка Сердючка, который студент Шарунов Юрий победил в этом конкурсе, взял гран-при. Далее это у нас была Жанар Дугалова, Филипп Киркоров. Я вот смотрю, имена прям вписаны, да, в книгу вот золотой молодежи вашего колледжа. Да? В этом году этот конкурс уже у нас юбилейный, ему 5 лет, приняло у нас 13 участников. Победителем у нас стала Уралбаева Алуа, которая была в роли, трех ролях мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Второе место у нас заняла Семерюк Ирина, которая была нашей примадонной Аллы Пугачевой. Вот, и третье место у нас, конечно, занял Мухтаров Марал, который был в роли Митхуна Чакраборти. Вот, у нас были такие участники, как Вера Брежнева, Сеймо, Ёлка, Виагра, также Аши Арман, да, вот, потом у нас То были... То есть эстрада представлена во всем разнообразии. Очень, да, разнообразие было большое. Чем-то этот конкурс отличался юбилейно от предыдущих? Были какие-то изюминки, какие-то новинки? Ну, конечно, мы приглашали всех участников, которые выигрывали в тех годах. Они у нас все выступали. Это было очень интересно, зажигательно. Были, конечно, такие номера, в которых участники могли проявить свои возможности, свои таланты в еще большем размере, чем было в нежели. За годы талант, да, не растеряли? Нет, конечно, все было намного лучше даже, совершенствовано. Хорошо. Девчонки, у меня к вам вопрос. Вот Алуа, я знаю, что вы представили целый мюзикл, да, как я понимаю, наверное, немножко в усеченном, да, формате, но тем не менее, почему именно этот образ? Знаете, я всегда хотела найти место, где я смогу наконец-то спеть эту песню, потому что я очень сильно ее люблю с самого детства. Я люблю этот мюзикл, я смотрела много раз, даже наизусть, можно сказать. И... Ну, было бы странно, странно бы выглядело, если бы я вышла на сцену, начала бы петь мужским голосом, почему-то девочка поет мужские роли, почему, да, спрашивается. А тут вот такая возможность, конкурс один в один, почему бы не показать, раз такая возможность дается, раз есть такая площадка, то можно же воплотить свою мечту наконец, и я это сделала. К вам мы еще вернемся. Ирина, расскажите, почему у вас выбор пал именно на Аллу Пугачеву? В начале этого учебного года я прихожу на пары, и мой одногруппник мне показывает песню Аллы Пугачевой. Ты знаешь, говорит, я ее недавно буквально услышал, и она мне напомнила одного человека. Мы очень с ним так внимательно послушали эту песню, но мы знаем, что у нас ежегодный конкурс один в один, и сразу возникла такая мысль,
что нужно пародировать именно этого артиста. Вы знаете, еще на первом курсе я хотела участвовать в этом конкурсе и именно с этим артистом, но почему-то мне не хватило смелости, не хватило опыта, наверное. Вот, и сейчас я решила, последний курс надо, обязательно надо поучаствовать. Ну и началась с этого момента, собственно, подготовка к этому конкурсу. Нужно, наверное, было таланту придать некую огранку, да? Подождать до четвертого курса, чтобы все сложилось так, как сложилось. Мы увидим именно вас, да, сейчас на фото? Да, все верно. Расскажите, как готовились костюмы? Все-таки сценическое, да, наверное, мастерство здесь было просто необходимо. Кто-то помогал в подготовке? Да, мне помогал, безусловно, помогала мама, помогал мой одногруппник Шарунов Юрий, непосредственно организатор этого конкурса. Мы с ним вместе выбирали образ, костюм, прическу, макияж. Мы пересмотрели с ним очень много документальных фильмов про именно Примадонну, просмотрели с ним очень много интервью, манера поведения, жесты, мимика, все вплоть до того, как она живет, чем она живет, чтобы именно вжиться в роль на 100%. У нас проходили репетиции в образе, потому что это, ну, позволяет раскрыть свой внутренний потенциал. И, ну вот, как-то так. Алло, а вы как готовились? Очень интересно проходила сама подготовка к этому конкурсу. Мой куратор рядом со мной здесь сидит, Бурамбаева Анара, которая мне помогала. Помогала мне с вокалом, полностью с образом помогала мне. Мы обговаривали с ней мой костюм. Также у нас был постановщик Тюрекина Екатерина, она студентка 4 курса РТК, хореограф, которая очень большой вклад внесла. Она поставила такую великолепную постановку, это надо было просто видеть, вот правда, сидишь в зале, и люди вот мне говорят, что у них прям мурашки были по коже от чувственности, от любви, потому что на сцене просто такое происходило, это непередаваемое ощущение. Показали настоящую любовь, искреннюю, чистую. Я хочу сказать большое спасибо, конечно же, Анаре сказать большое спасибо, Шарунову Юрию, организатору этого конкурса. Это, ну, для меня этот конкурс был очень интересным, очень разнообразным. Впервые принимали участие? Нет, во второй раз. Первый раз я принимала участие в роли, я представляла группу «Город 312». Но, знаете, я бы хотела бы еще раз туда вернуться, окунуться в эту атмосферу, возможно, уже кому-то помогать в качестве наставника, в качестве помощника. Ну, я думаю, у вас будет еще такая возможность в следующем году. Скажите, желающих принять участие в конкурсе «Один в один» было много? Конечно, у нас ежегодно приходит очень много конкурсантов, которые хотят, точнее, участвовать, но получается, что у нас ограниченное количество человек, которые могут принять участие в нашем конкурсе. Ну, вот проводится так вот. Кастинг, да, отбор. Кастинг. В студии у нас только прекрасная половина представлена. Да. Парни тоже участвовали? Парни тоже, конечно же, участвовали. Группа «Гориллаз», Митхунчик Раборти, Артур Пирожков у нас были в этом году. Да ладно? Да. Кстати, Артур Пирожков у нас взял приз зрительских симпатий. Вот, общим голосованием в зал, он взял вот это место. Чем, девчонки, вам запомнился конкурс? Был ли какой-то номер, не свой, который, ну, запал в душу? Или просто заставил улыбнуться? Безусловно, есть такой номер. Это номера именно участников, которые победили в прошлых сезонах. Это было действительно захватывающее зрелище. Ну и, конечно, закулисье. Закулисье – это самое классное, что было в этом конкурсе для меня лично. Я ходила, я общалась с Филиппом Киркоровым, с Веркой Сердючкой, и я настолько вжилась в роль, вот именно закулисье мне дало такую возможность вжиться в роль, чтобы на сцену я вышла, ну, уже, ну, прям, ну, настоящий Примадонна. Филипп Киркоров поддерживал? Конечно, мы с ним ходили под ручку, он меня и успокаивал, и, в общем, все было хорошо. Вам, Алла, что запомнилось? Абсолютно все номера были очень прекрасные, потрясающие номера были. Мне понравился Артур Пирожков, потому что этот парень, он ходит по коже, вроде такой, ну, скромный парень, ходит, молчит в основном, а на сцену вышел, прям харизма. Вот на него, пожалуй, даже бы я посмотрела. Все были вообще удивлены просто, когда увидели его на сцене, как он себя подает, как он себя показывает. Ну, мне очень запомнился этот номер. Ну, конечно же, Алла Пугачева номер. Очень интересный был. Кто оценивал ребят? Так, оценивал у нас жюри.
был Евгений Сотников, также наши хореографы колледжа Куснайско-педагогического. Вот. Денис Динер. Денис Динер, да. У вас был не только вокал, но и сцена движения, то есть полностью. Mm-hmm. Да, да, обязательно. У нас, получается, постановщики есть, хореографы. Каждому участнику у нас был назначен хореограф, который полностью отвечал за постановку номера. Задний фон, хореографы все выполняли у нас. Вот. Песня была одна? Одна песня, да, конечно. То есть никакого шанса на ошибку? Никакого шанса на ошибку нет, да. И также вокалист был предоставлен каждому участнику, и они полностью работали над вокалом. В этом плане у нас хорошо. Что в перспективе? На следующий год планируется проведение конкурса? Конечно, мы оставляем своим ребятам, которые остаются после нас. Я выпускная группа, поэтому мы как организаторы оставим это ребятам. Они уже будут дальше думать, продвигать это дальше. Но в планах у них есть, конечно, у них уже большие идеи такие есть, чтобы придумать что-то новое. Надеемся, что конкурс будет развиваться, потому что это отличный проект для развития молодежи, для развития своего внутреннего потенциала. Если у кого-то нет возможности показать себя где-то, то на этой сцене можно показать и актерское мастерство, и вокал, и свои хореографические возможности. Это отличная площадка. Да. Даже вот мы, как будущие педагоги, я планирую на своих детях то же самое для своих детей устроить такой же конкурс, чтобы это было очень интересно, они тоже могли раскрыть свой потенциал в вокале, хореографии. Но это как бы такая хороший для них стимул будет. И все это душевно и по-доброму, да? Конечно. С легкой долей соревновательного, конечно, момента, но тем не менее. И я думаю, что, конечно, вернетесь из стены родного колледжа, обязательно поможете ребятам, да, найдете время для этого. Конкурс прошел, не появилось ли желание как-то дальше развивать свой талант? Ну, все-таки первое место, второе место. Да, конечно, появилось желание. Вы знаете, после завершения конкурса была такая грусть немножечко, что закончилось. Не поступали заявки на новогодние корпоративы? Нет, пока нет. И вот была такая небольшая грусть, что все закончилось. Ну, безусловно, у нас есть проекты, в которых мы будем участвовать дальше, также будем развиваться свои способности, свои какие-то таланты. Это у нас в планах. Тем более девочки-музыканты, они по-любому будут свой талант продвигать в дальнейшем. Алло, а вы как? Да, не знаю, если честно. Хочется себя везде попробовать, абсолютно во всех сферах. Закончу колледж, думаю, может быть, на какую-нибудь другую профессию еще обучусь, а там будет уже видно, как жизнь покажет. Хорошо. Вот вы уже немножко так упомянули, да, что есть еще и другие проекты. Да. Жизнь студентов насыщена? Жизнь студентов очень насыщена. Мы проводим большое количество конкурсов, мероприятий, концертов. Могу перечислить, какие у нас есть мероприятия? Особо интересные. Да, у нас есть такой конкурс Student Vision, которая на подобии Евровидения у нас проходит. Мы приглашаем оттуда студентов других колледжей. Так участвуют у нас в вокале и в хореографии. Вот в прошлом году у нас участвовал медицинский колледж и индустриальный педагогический колледж. Вот. Так, потом у нас есть такие конкурсы, как Мисс КПК, то есть все девушки нашего колледжа приходят на кастинг, чтобы проявить себя, показать, но проходит только определенное количество девушек. Вот, для первокурсников у нас есть такое мероприятие, как Шабыт, они могут себя проявить в инструментале, в вокале, в хореографии, в художественном чтении, вот в таком вот плане. Также... Чтобы преподаватели знали, куда их можно привлекать. Да, обязательно. Ну и наши завершающие мероприятия для активистов Комитета по делам молодежи, это премия КПК, когда каждого награждают за то, что он сделал. Вот. Времени на все хватает? Все-таки учеба отнимает очень много времени. У нас очень такая насыщенная студенческая жизнь, мы стараемся все успеть и в учебе, и в активности. Ну, как-то получается. Времени занимает очень много, но тем не менее, при желании можно успеть все. Но очень-очень мало времени, оказывается, в сутках потом. Да, дополнительно было бы еще пару часиков. К сожалению, не 48 часов времени, да, в конце дня, улыбаясь. Что в ближайших планах предстоящих, что-то интересное будет? В ближайших планах? Или сейчас пока сессия на нас? Сейчас у нас, да, у нас плотная сессия, мы должны вот это все сделать. Буквально вчера сдали зачет. Да. Вот. Я надеюсь, успешно. Успешно. Сейчас мы будем готовиться к Новому году.
У нас будут съемки тоже проходить также на нашем канале КПК Лайв. Вот. Мы готовим сейчас к этому. Уже очень будет интересно. Идет активная подготовка к этому мероприятию, так сказать. То есть выдохнули после одного, сразу начали готовиться. Можно даже так сказать. Мы еще не выдохнули, а уже начали. Правильно. Не нужно стоять на месте. Спасибо вам за интересную беседу, девчонки, но мы не можем отпустить вас, пока Ирина не блеснет своим вокалом. Алло, мы с удовольствием послушали, я думаю, что такой замечательной завершающей ноткой, своеобразной вишенкой на торте, Ирина, вы сейчас останете. Я исполню песню, конкурсную свою песню «Примадонны». Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна, все остальное в тени, ну, извини. Краткость, сестра таланта. Спасибо вам огромное за интересную беседу и за такое позитивное музыкальное утро. Вам желаем хорошего дня. А вам, дорогие телезрители, мне остается напомнить, что этим утром у нас в гостях были Анара Баранбаева, Ирина Семирюк и Алуа Уралбаева, студентки педагогического колледжа. Вот такое вот хорошее настроение подарили они нам с утра. Но наша программа на этом не заканчивается, но у нас еще есть для вас приятные сюрпризы. Оставайтесь на нашем канале.